Если в начале февраля тепло и тает снег, ждите посредственный урожай. Такова одна из примет последнего зимнего месяца. Как оно сложится все на самом деле, мы узнаем ближе к концу лета. Но уже сейчас перепады температур особо чувствуют растения. Деревья массово выпускают почки. Весной зимой перепутала сирень. Несколько дней в Абакане солнце активно грело до плюс 6. Это запустило процесс цветения кустарников. Но специалисты НИИ аграрных проблем не видят в происходящем ничего хорошего. По словам Галины Гордеевой, это аномалия. В феврале не должно быть плюса за окном. Как и не сезон для сирени. Почки она должна выпустить только в апреле. Рискуют не зацвести в срок и другие растения. Очень опасно для растений вообще вот этот плюс и переход такой очень резкий, такие границы плюс-минус, потому что в это время могут как раз пострадать цветковые почки растений, цветковые именно. У тех растений, которые особенно зацветают первые, еще до распускания листьев. Это, конечно, садовые, это сливы, вишни, абрикосы, декоративные кустарники, такие как миндали, чубушники. Конечно, это очень опасно, для того, ну, потому что они могут обмерзнуть. Кстати, в селе Зеленое, где находится институт, и даже есть дендрарий, сирень в покое, нет и намека на зелень. Парадокс. А все потому, что здесь холоднее на 3 градуса, чем в Абакане, и воздух чище. А ученые сетуют, что сирень, которая сейчас в процессе цветения, вероятно, не порадует абаканцев ароматными гроздями цветов. Конечно, это очень нехорошие условия сейчас для зимовки растений. И весной нужно будет внимательно посмотреть, что с ними произошло, осмотреть каждое растение, каждый побег и, конечно, обстригать. И, если что, цветение ждать только на следующий год. Между тем, февраль вновь напомнит о зиме. Плюсовые температуры уходят из Хакасии. Ветер юго-западный переходит на северный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду, метели. На дорогах сохраняется сильная гололедица. В горах Красноярского края Хакасии Тувы лавина опасна. Уже завтра по Хакасии до минус 12, а до конца недели подморозит и до минус 25. Катерина Ирушина, Руслан Шалгынов, РТС.